Ребятушки, всем привет! Сегодня понедельник, 10 июня. У меня выходной. Вот решила прогуляться до ближайшего. Ну, по делам пробежаться, короче. Решила в поликлинику сходить. Сейчас пойду, хотя бы полис свой зарегистрирую. В Химках печать шлепну подмосковную. Интересно, вот вам видно вот этих вот сову? Сейчас я вам покажу. Вот у нас тут на электрическая щитовая, электрощитовая будка. Видите, какая шикарная сова у нас тут. Я, честно говоря, даже не вижу, что снимаю, потому что солнце слепит глаза. Видите, у нас такой скверик. И вот там надпись Химки, скамеечки. Вообще, я уже чуть мимо не пробежала. Я почему-то остановилась, потому что хотела вам фонтан показать. Ну, вот такой фонтан, вокруг которого детишки бегают. Тут вода прям из асфальта бьет. Ну, такой для детишек, чтобы они тут бегали. Когда жарко, вот тут молодежь тусуется, купается в фонтане. Это он еще тихо включен, струит так вот тихонечко. Вот побольше. Но вот таких фонтанов их несколько в городе. Я вот знаю, еще один есть. Где же я видела? Недалеко от парка Дубки. От Лиги. А где военная техника стоит. Вот где на 9 мая собираются ветераны. Как этот скверик называется? Марии Рубцовой. То, что парк Дубки, это другое, это дальше. Такое вот шикарное подмосковное утречко. Здесь вот фонтаны. Ой, эти каштаны у нас растут. Фонтаны растут. Совсем заболталась. Видите, какие там у нас флаги висят, Химки написано. А к какому празднику их повесили? Наверное, к Дню России. Так, ладно, я иду в страховую компанию. В принципе, я уже почти до нее дошла. Она вот за этим домом. Вот видите, там красное кирпичное здание выглядывает, домик. Вот я иду туда. Что вообще меня это? Там вырубился. Так. Ну, тут тоже что-то нарисовано, но уже, видимо, давно стерлось уже. Хотела посидеть. Ну, в принципе, у меня некогда мне сегодня сидеть-то. На сегодня у меня много дел запланировано. Так, как бы мне пройти вот к тому дому красному? Вообще он обнесен забором. Я вот думаю, с какой стороны мне его обойти. Сейчас попробую здесь, через дворы. Ой. Цветы растут возле дома. Розы прямо. Котетка стоит. А так бы я поснимала. Такие шикарные. Прям розовые кусты. Сейчас поснимаю. Немножко сфотографировать. Так. Валера! Машины поставили? Так, тут и розовые есть, и красные. Вот какие красивые. И белые, красные. А это розы или пионы? Розы. Розы? Такие шикарные вообще. Это мой участок. Да? Это вы сами сажаете, живете здесь, да, в этом доме? Да. Шикарно, здорово. На втором этаже? Ой, котик черненький, это ваш?
А у меня серый. А у меня серый шотландский веслоухий. Огромный, 5,5 килограмм. Налетела тля. Вот это вот лишнее старкое дерево, и у нее вечно тля. Сейчас пойду буду это самое обливать. То есть все сами сажали? Все сами. И оранжевые, всякие-всякие, розовые. Вот лимонные, кстати. Лимон, ой, желтые я люблю. Желтые мои самые любимые. Ой, шикарные. Один кустик, да, в самом центре? Да, один кустик. Ой. Вот это вот красивые. Пахнет хорошо. Не знаю, как долго она будет цвести. Может, это шикарно, вот какая роза. Не первое время говорили, я ушла на пенсию. Вот, я так и подумала, что вот многие на пенсии вот, эти, вот занимаются, цветы сажают возле дома. А что еще делать? Я работаю за сложными командировками, вечные гостиницы, я не видела этого ничего. Вот. А здесь собирали, красота. Бомжи всякие, пили, гуляли, дерево тут было, и вот, понятно. Раз снял. Дочь мне говорит, мама, у тебя все есть, давай я тебе на юбилей подарю, говорит, цветы. Колючие посадим, и здесь не будут пьяницы собираться. Сели на машину, поехали, целую машину купили. Ну, нанимали людей, которые копали. Здесь одна галька была. Дом, когда построили, не убрали. И вот так притоптали, и все. И столько работы было. Красиво. Да, заразили это. А в этом году дочка пришла у нас на дачу тоже. Вот у меня на работе тоже сотрудница, пенсионерки в основном. И все рассказывают про свои сады. У всех цветы. Uh-huh. Или вот под окном, или на даче. Некоторые, да, вот здесь стоят, я слышу. А приятно, вот так идешь, так, такая красота. По дереву, в тени. Да нет. На ветру, на сквозняке. Какой же тут сквозняк? Так, говорит, цветут, наоборот, а все прикрыто. А мы укрываем на одеяло. Правильно, потому что никто не укрывает одеяло. А на солнце было бы хуже, выгорели бы. А так солнце вот только вечером бывает здесь. Вот с этой стороны, наверное. Нет, после двух. После двух уже. А на солнце сгорели бы так лучше. Ой, шикарные. Да. Окрашенные плиты, если я хотела, знаете, чтобы на стену привезли. Жек? Или это жилая квартира? Хозяйка. Квартира? А, темно будет. Мне понравится. Мы не понимали. Ладно, иду за полисом в страховую компанию. По-моему, вот там в угловом доме страховая компания. Угу. Пойду, полис надо получить. Не, кто не собралась в поликлинику, не за... в этом без доме. Полиса не примут. Знаете, а вот это кирпичное угловое здание. Да, вот там надо идти. Там? Здесь нет, да. Если я не пройду, да? Нет, здесь пройдете, если только на улице. Закоулками этими ходить. Вот вы пройдете, там будут ворота. Там вот можно там прям ворота, зайти, да? Вот пройдете туда, выше ворот, парикмахерское, все, и заверните вот так вот направо. Там была раньше аптека, а вот там в том здании. То собралась в поликлинику, а у меня московский полис. Меня не примут с московским, надо печать шлепнуть, зайти. Да? Ладно, да, я уже не первый раз то в Москву, то сюда. Ну ладно, удачного вам дня, до свидания. С бабушкой пообщалась. У меня есть 2 билета подарочных к нам в музей. Жаль, что я их с собой не взяла. Я бы ей подарила. Ну, у нас так билет в музей 600 рублей стоит. Но если она пенсионерка, то ей скидка 30%. Нет, я наверное, соседке отдам. У меня есть 2 билета. Соседке отдам. Они как раз вдвоем с мужем сходят. А может быть, они тоже пенсионеры. Ну, так на двоих 600 рублей, а так бесплатно. Интересно, я здесь пройду к этой страховой компании. Так, ладно, я всем пока. А то трясется все. Я уже пришла вот в этом доме. Страховая. Всем пока.